любой граф с пересечениями, вот такой вот граф с пересечениями, я могу сделать очень просто. Я в нем, в том месте, где стоят стрелочки, убил стрелочки. У него было вырешение. Отлично. Я убираю стрелочки. Так, а количество пересечений надо как-нибудь обозначить. Ну, обычно это обозначает кр от первых двух букв слова пересечений, кросс. Но давайте я его обозначу С, хорошо? Итак, С это количество пересечений. Замечательно. Значит, убираю эту стрелочку и ставлю сюда вершину. Убираю эту стрелочку и ставлю сюда вершину. Что произошло? Добавились к графу три вершины. Ну и на самом деле добавилось некоторое количество ребер. Давайте посмотрим. Итак, вершин будет у него, у нового графа. Старое количество вершин плюс С. Ребер. Вот это очень интересно. Смотрите, ребята, если у вас раньше были два ребра, то теперь, когда вы эту точку поставили, ребер стало 4. То есть на самом деле каждая добавляемая точка добавляет 2 ребра. Значит, надо писать R плюс 20. А количество граней не изменится. А количество граней